Всем привет, друзья! Приехала, значит, мне шпулька Рора для Риоги. Сейчас я покажу один момент. Вот она, как видите. Роро. Вес 5,6 грамма, допустим, да? 5,4, там 5,5, неважно. Но главное, что она не встает, как положено, в катушку. Дайва Риога 10-16. Смотрите, какой момент. Я ее вставляю. Она не идет до конца. Не идет, остается здесь зазор. Откручиваю колпачок осевика. Полностью его снимаю. Для того, чтобы понять. В чем причина. Полностью сняли. Нету ничего. Пытаюсь ставить. Она не встает. Все равно остается щель. Смотрите. Закрывать пытаюсь крышку. Нажата кнопка. Шпуля вращается. Люфт есть. Люфт есть. Вращается, но уже плохо. Крышка еще не закрутилась. Как видите, щель. Закручиваю еще. Закручиваю. Закручиваю. Она уже не болтается. Еще не закрутилась, но уже не крутится. Смотрите. Уже не крутится, и при этом еще осталась щель. Не закрыта. Не вращается шпулька. Зажимается. Смотрите, насколько вышел колпачок. Торчит. Вся причина вот в чем. Я понимаю, что подшипник не дает дальше зайти. Маленькая-маленькая. Маленькая-маленькая. Вот фаска есть, которая не дает подшипнику садиться глубже. Вот вам для примера шпулька Джон Ко. Вот она как выглядит. Вес ее сразу же, чтобы было понятно. 11 грамм. Обратите внимание, ставлю ее в катушку. Закручиваю. Зажимаю полностью. Со всей силы. Щели нет. Крутится идеально. При этом я могу еще даже колпачок поставить. В общем, надо думать, что делать с этой шпулькой, потому что получается вот эта вот фаска не сидит. Нужно шпуль, ось подвинуть немного туда. Спасибо за внимание.